Дорогие мои подписчики, я начинаю этот репортаж на кладбище Шалом в Филадельфии, где здесь в свое время был сооружен мемориал, названный «Холокост» в честь погибших во имя памяти. И в дни сентября здесь обычно каждый год собираются люди, которые в свое время эмигрировали из бывшей страны Советов. Сейчас вы видите эти лица скорбные у многих, потому что они помнят, они чтут, и они передают эту память из поколения в поколение. И здесь уже покоятся многие из тех, кто был у истоков этого мемориала памяти. Все новые и новые могилы. Уходят люди, но память остается. И остается во имя того, чтобы наши дети, внуки никогда бы не испытали того, что испытали жертвы фашизма 29 сентября 1941 года, когда грянули первые залпы над Бабьим Яром. Ваш Дэви Аркадьев 25 сентября 2016 года, Филадельфия, кладбище Шалом.